полное название праздника – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Это один из 12 православных праздников. Облаченные в синие одежды, священнослужители одновременно и скорбят, и радуются. Божья Матерь сегодня уходит на небо. Служится литургия Успения Пресвятой Богородицы. Успение в старину называли сном, отсюда и выражение «уснуть вечным сном». Только в христианстве это скорее переход и рождение в жизнь вечную. Главное, что Царица Небесная не оставила нашего мира даже по успении своем, помогая теперь всем с верой к ней обращающимся. На иконе праздника Богородица находится на смертном одре, по сторонам от нее плачущие апостолы, чуть позади стоит Спаситель с душой Богоматери, изображаемый в виде спеленутого младенца. Мы в Успении Божьей Матери не теряем ее, а получаем как раз-таки ее как ходатайцу за нас уже у престола Царя Небесного. Вот, то есть Божья Матерь уходит к своему Божественному Сыну, Он принимает ее, вот, и теперь уже пред престолом Господа Царица Небесная за нас ходатайствует. На Руси Успение всегда праздновалось широко. Этому празднику посвящено множество церквей и монастырей. В Югре сегодня престольный праздник у двух весьма значимых храмов. В Ханты-Мансийской епархии торжество отмечают в Свято-Успенском храме патриаршего подворья Пюхтицкого женского монастыря города Когалыма, удостоенного посещения двух российских патриархов. В сентябре 1998 года его осветил патриарх Алексий II, ныне отошедший ко Господу, а в сентябре 2013 и 2018 года Успенский храм посетил нынешний предстоятель Русской Православной Церкви, патриарх Московский и всей Руси Кирилл. В Югурской епархии в честь Успения Божьей Матери освящен древний храм в селе Полноват Белоярского района. Его основал, заложив еще в 1714 году, великий просветитель Сибири митрополит Филофей Лещинский. В нынешнем году, восстановленный после долгих и непростых лет гонений на веру, храм отмечает 305 лет со времени основания.